Всем привет! Всем привет! Вы на канале Записки Подмастерья. Давно что-то мы не делали обзоры на фигурки из пакетиков. Да-да-да. Вот, и решили мы это исправить. И сегодня мы откроем пакетики от Зумбы. Какие это будут пакетики, Коль? Космические друзья. Космические друзья, да. Или как тут написано, Space Friends. Вот такие вот фигурочки будут. Что ты можешь про эти пакетики рассказать, про этих космических пришельцев? Так, давай я тогда камеру вниз опущу, и ты показывай. В этих пакетиках... Вот. Сколько там фигурок всего? 6. 6 фигурок, да, будет? А всякие разные, да? Покажи, какие фигурки-то там будут. Разверни. Не-не-не, вот так вот покажем, что все видели. Вот какие они будут. Такой. И такой, да? А какого бы ты себе хотел? Вот этих двух. Красного и желтенького хочешь? Да. А, ну слушай, может быть, и попадутся нам в эти пакетики, да, они? Было бы здорово, да? Ну чего тогда, не будем ждать, да? Открываем первый пакетик. Ты умеешь открывать-то его? Да. Давай, открывай. Так. Застрял там что-то? Да, застрял. С другой стороны? Ох, и с другой стороны откроешь, да? Разворачивай. Ну-ка, показывай. Нет. Сразу сюда показывай. Вот там показывай. Опа! Желтый. Еще какой-то тут вкладыш? Да. Ну-ка, давай, так, что? Давай сначала вкладыш посмотрим, да? Да. Вот такой вот у нас вкладыш. Смотрите, сам бери команду... Так, нет, не так. Команда к полету готова. Во, вот так вот написано. Собери всех. И вот тут они названы. Как так? Желтый у нас зубастый Скиппи. И созвездие Эридан. А еще вот есть осьминогус из туманности Бумеранг. Так, есть зелененький малыш Гринни. И созвездие Кассиопея. Циклопус с Альфа Центавра. Космофрок. Да, Космофрок. Из туманности Андромеды. И Сириус Крабс. И созвездие Гончипсы. Папа. Аюшки. Смотри тут, вот сюда. Там что-то еще есть, что ли? Да, вот. Ух ты, это что такое? Это какие-то коллекции тоже. Подарки все мне. Я очень не жаль. Это конкурс какой-то тут. Да, точно. Участвуйте в конкурсе и получайте различные призы. Интересненько так. Так, ну вот это я видел, продается. Ну вот это у нас коллекция была. Так, вот эти есть слаймы. А вот эти, это магики. Магники. Что у нас не продаются. Ну вот это вот. У нас же паук же есть. А, да. Тё, забыл уже. Да. Ну, в принципе, у нас только я видел вот это, да. Вот эти. Вот эти вот видел. И эти видел. Так, ну давай смотреть этого. Чудо-юду-то. Чудо-юду зубастого Скиппи. Давай, показывай. Какой он интересный-то. Глаза выпучивают как. Ну, прикольно, такой антистресс такой интересный. Ой. Растягивается. Но сильно, думаю, растягивать не надо. Ой. Летает. Ну-ка, а можешь ты стоять-то? Давай попробуем. Стоять, смотри-ка, стоит. Да. Здорово, да? А верно, вот, который вот здесь, вот, он, верно, не будет стоять. Почему? А кого ты хочешь? Думаешь, что попадется тебе? Вот этот. Красненький? Да. Давай второй открывать, что ли? Давай. Че, мне тут... А я этого заберу себе, наверное, этого желтенького. Прикольно, в машине повешу. Так, будете мне так брякать? Ля-ля-ля. О! Что? Папа! Ну, чего, показывай ты нам-то. Вот. Ты у себя там показал. Кто это? Слушай, не как правда красненький, которую ты и хотела. Я вот этих двух хотел. Ну-ка, доставай пакетик оттуда. Фу, ты пакетик этот. А, вкладыш. Там-то такая же картинка сзади-то, наоборот, там. Да, точно такая же. Так. Ну, сам теперь читай, как его зовут. Сириус. Крабус. Крабс, Сириус Крабс. Он живет в созвездии Гончие Псы.
И как же эти два друга будут встречаться? Они же находятся в разных созвездиях. Созвездие Гончие Псы и созвездие Эридан. Ну, слушайте, тоже классный. Такой миленький, он улыбается. Ну, как, он больше, знаете, похож на ребятёночка такого маленького. Yeah. Он такой язык высунул такой. Не-не-не-не. Мама. Ну-ка, давай попробуем, стоит он, не стоит. Так, пакетики уберём. Не нужно им. И кладыши. И кладыши, да. Вот что такое запчасть от пакетика. Ну, пробуем, проверяем. Станет. Так, что тут у него? Лапка. Что-то лапка тут приклеилась. Ой. Интересно, это так и должно быть или это такой брак? Это, наверное, такой брак получился. Лапка приклеилась вон тут. А. Давайте-ка мы ее попробуем оторвать. Сейчас будет как страшно. Думаешь, порвется? Да не должен. Он уже отходит от всего. Вот отошла лапка. А я уже играю. Так, ну проверяем, давай, стоит он, не стоит. Ну, в принципе, стоит. Только, смотрите, я так поднимаешь, у него мордочка втягивается в голову такая. Лицо такое провалилось. А когда отставишь, раз такой, надулся. Ну-ка, подожди, Коль, погоди. Так, раз, надулся. Оп, оп, надулся. Ну, прикольно, такой крафт. Вот они, два друга. Вот этот зубоскал этот. Зубастый. Очень напоминает мне какого-то персонажа из мультика. Какого? Из советского. Не могу ошибиться, по-моему, из этого. Как голубой пес. По-моему, голубой пес такой был. Там такой был такой черный. Кто-нибудь не помню, это был какой-то пират. Вот на него что-то он похож очень. Такой же зубастый. Как-то на него похож. Ну что, в принципе, прикольненькие, да, фигурки-то? Такие да. Стрессовые. Сидишь так? Помял их. Успокоился, да? Тоже. Вот уроки делаешь, да, Коля? У него тоже растягивается. Растягивается тоже? Ну что там, пухнешь? Давай. Алюська, как тебе, все нормально? Mm-hmm. Надо будет еще, наверное, сходить купить, да, и посмотреть, вдруг попадутся новые. Да. В принципе, потом надо будет попробовать повторно. Поискать, да? Он потому что здесь вот есть... Повторно, да? Он есть отверстие вот тут, да? Ну, в принципе, как во всех таких пакетиках, когда сам выбираешь, можно попытаться найти то, что нужно. А благодаря тому, что они здесь такие разноцветные, можно угадать. Какой будет следующий герой, космический друг. Какой? Да? А как мы его найдем? Так я же говорю, вон, вот здесь вот отверстие-то есть. Через отверстие смотреть. Как? И смотреть. А такой будет и посмотреть, будет такой герой. Чего ты там потерял? Просто хочу посмотреть. Но в этом-то пакетике нету никого. Это когда мы пойдем с тобой в магазин, будем выбирать этих и будем смотреть вот эту вот, через вот эту дырочку, какой может попасться нам пришелец. Что вы там, у тебя там битва? Или они встретились, друзья? Они дерутся. Дерутся? Вот. Ну, вот такой получился у нас обзорчик, распаковочка. Первая на эти фигурки от Зумбы. Надо будет собрать эту коллекцию. Осталось, в принципе, немного. Всего лишь еще 4 персонажа надо найти. Отправимся в магнит. И будем искать их, да, Калюнь? Угу. Ну, а у нас на этом все. Спасибо за внимание. Здоровья вам, удачи. До новых встреч. Пока-пока.